Приветствую вас на канале Splay. Мы начинаем сегодня проходить четвертую часть серии игр про Петьку Василиванович День независимости. Так, сейчас быстренько я тут настройки выставлю, анимация, субтитры и диалоги на полную, чтобы лучше было слышно. Ну все, вперед. Да. Да. А что, Василий Иванович, есть у нас еще портянки на складе? Ведь портянки, сказал тоже. Мы же из них, Петька, еще третьего дня самогонки нагнали, так? Ну так. А вчера вечером все допили, так? Ну так. А раз так, твою распростак, если сам знаешь, так какого же ты рожна спрашиваешь? Эх, Василий Иванович, сдохнем мы на этой льдине. Как пить дать? Пропадем. Как пить дать, как пить взять. Отпились уже, все закончилось. Я тебе так, Василий Иванович, скажу. Текать отсюда надо. Куда текать-то, Петька? Мы ж на льдине. Погоди, погоди. Чего это? Ща. Да что с тобой, боец? Предчувствие. Не может быть. Иди твою! Ну нихера себе! Опять переместились, Василий Иванович! Что ж это за жизнь за такая? Ох, узнаю я! Кто это над нами так прикалывается? Ух, я тогда! Молчи, Петька! Хрен ее пойми, разбери, куда нас занесло! А что тут разбирать-то? Самолет какой-то! Это мы, Василий Иванович, прямо как папанинцы! Тех тоже самолетами с льдины увозили! Папанинцы, маманинцы! Ширше, Петька, мыслить надо! Погоди-ка, Петька, сейчас проясним! Уважаемые пассажиры, приветствую вас на борту нашего комфортабельного пепелаца. Бортовой номер 660, не пугайтесь, 4. Следующего по маршруту Тунис, Москва, село Кугуево. Товарищ Чапай, это вообще пепелац какой-то. Да тихо ты, в Кугуево летим, а там и до Гадюкина недалеко. А в Гадюкина-то нам зачем? Там и нет ничего. Температура за бортом нормальная, так что не волнуйтесь. А я и не волнуюсь, это Василий Иванович волнуется. Молчи, Петька. Полет проходит на заранее выбранной высоте и по заданной траектории. В общем, все, как говорится, равно. Уважаемые пассажиры, при желании вы можете развлечь себя в полете просмотром одной из многочисленных телевизионных программ, любезно предоставленных нашим спонсором Кукуевским горнообогатительным комбинатом. Для этого просто воспользуйтесь ТВ-тыком. Это такая маленькая хрень с кнопочками, если кто не знает. Желаю вам приятного просмотра. Прикольно! Да уж, ты вот что, Петька, ты этим ТВ-тыком потыкай. Хоть какие-нибудь вести с полей посмотрим, что ли. Или кино какое-нибудь. Не до кино нам сейчас. Мы же, Петька, опять во времени переместились. Ты знаешь хоть где мы и когда? Не. Так и не спорь. Включай какие-нибудь новости, а там разберемся. А теперь вести с полей. В джунглях Кубани получен рекордный урожай бананов. Руководители хозяйств. А ты догада, Василий Иванович. И правда вести с полей. Дальше щелкай, Петр. Отставить, боец. Бабы по телевизору — это как анонизм в рукавицах. Да я одним глазком, товарищ комдив. Я кому сказал? Мы продолжаем обсуждение возникшей проблемы. Напомню, речь идет о высадке в районе гадюкинского катаклизма наших, как это сказать, «братьев по разуму», в кавычках, их оголтелом ультиматуме. Нам хотелось бы выслушать мнение доктора политико-исторических наук, академика Академии межпланетного гуманизма Ивана Антоновича Зигельбойма. Иван Антонович! А, да, так вот я и говорю, что претензии пришельцев, или, как это точнее сказать, инопланетного разума, не лишены некоторых оснований. Они ссылаются на определенные
исторические факты, требующие определенного исследования и определенного уточнения. Подождите, подождите, Иван Антонович! Как вы считаете требования инопланетян обоснованными? Подонок, блядь, мудак, педак. Одно слово подонок! А это еще кто? И что это у тебя за привычка, Петька, вперед забегать? Подожди, сейчас узнаем. Простите, уважаемые телезрители, слово имеет депутат Верховного Веча России Вольфрам Молибденович Железновский. Вечно эта интеллигенция со своим пораженческим подходом. Так вы черт знает, до чего договоритесь. Факты им проверить надо, подонкам. Пока вы факты проверять будете, Россия-матушка, похуй пойдет. Вольфрам Молибденович, мы выслушаем ваше мнение чуть позже. А сейчас свою точку зрения выскажет председатель ЦК Феминистической ассоциации России Спиридонова Анна Николаевна. Прошу вас, Анна, что вы думаете по поводу угрозы инопланетного вторжения? На внеочередном пленуме ЦК нашей ассоциации мы, женщины и девушки, постановили секса в России не будет. Бред какой-то! Это в каком смысле не будет? В прямом. Ни одна российская баба любой национальности не допустит отныне в постель мужскую, так сказать, сущность. Да вы в уме ли? Это с какого кляпа? Да-да-да! Покуда над нашей планетой висит угроза внеземного вторжения, не будет вам никакого секса. Как же так? Ваш патриотизм, конечно, заслуживает... Мы прерываем трансляцию для важного сообщения. 5 минут назад, занявший плацдарм в районе Гадюкинского катаклизма, инопланетяне прибегли к очередной провокации. Они объявили все воздушное пространство закрытой зоной. Министерство воздушных сообщений настоятельно рекомендует всем летательным аппаратам, находящимся в воздухе, совершить посадку. По независящим от нас причинам наш пепелац совершит вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево-13. Экипаж просит пассажиров соблюдать спокойствие. Спасибо. Ты что-нибудь понимаешь, Петька? Ничего не понимаю, Василий Иванович. А я, кажется, докумекал. И чего это ты, Василий Иванович, докумекал? Мы, Петька, в будущее попали, это раз. Да и уже понятно, что не в прошлое. А на нашу землю-матушку инопланетяне напали и претензии выдвигают, это два. Так и это понятно. А вот теперь тебе вопрос на засыпку, боец. А какого рожна нас эта хреновина именно сюда забросила, ты знаешь? И ни в одном глазу. В смысле, не знаю, товарищ Чапай. А вот послушай, Петька, что я думаю. Как только когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь случается, так мы сразу там, понятно? Не очень. Да что тут понимать-то? Как только где-нибудь катаклизм какой-нибудь или кризис, сразу нас туда перемещает. Это три. Кто перемещает-то? А вот это, Петька, заковыка. А что же мы теперь, Василий Иванович, делать-то будем? А жизнь покажет, Петька. Сейчас приземлимся, осмотримся, а там и решим. Но есть у меня одно подозрение, Петька, что нам опять землю спасать придется. Что? Опять? Не опять, а снова. Кажись, приехали. Опа! А это как? Ну ты видел, Василий Иванович? Не знаю, Петька. Разберемся. Не бзди. А я и не бздю. За мной! Так. Ну, хоть это радует. Чего радует, Василий Иванович? А ты, Петька, вдохни. Вдохни воздух, кому сказал. А теперь выдохни. Фух. И чё? Дышать можешь. Значит, на земле мы... Конечно, на земле. А где ж еще-то? Где-где? На хвосте! Могло нас и на Марс забросить, или еще куда похуже. Хе, на земле? Это хорошо. Только что дальше-то? А дальше? А дальше видно будет. За мной, Петр! Двери-то кто закрывать за вами будет, а? Ты это с кем, девонька?
С нами, Василий Иванович? Тут больше и нет никого. Я вам русским языком говорю. Дверь закройте. Чуешь, Петька? Как орёт-то, так Петька только русская баба может. А нам-то что с того? А то, Петька, Россия это, Петька, родина. Эй, вы там, оглохли что ли? Это я что ли за вами закрывать буду? Мне за это деньги не платят. А прислугу еще 300 лет назад отменили. 300 лет? Это она, Василий Иванович, про революцию, наверное. Это какой же сейчас год получается? А ты умножь, в смысле склади. 1917 да плюс 300 это будет... Ты, Петька, лучше дверь закрой, а то сейчас случай с нами произойдет нехороший. Ну, закрыл. А что за случай-то, Василий Иванович? Ну и долго мы там стоять будем. К столику проходите. Потом, Петька, расскажу. Вперед! Зачем звала-то? Ну да чего же люди тупые бывают? Декларацию заполнять будем, визы проверять, документики смотреть. А и нет у нас никаких документов. Я почему-то сразу так и подумала. Какова цель вашего визита в Россию? Жить мы тут будем, ясно? На родину мы прилетели, ясно? А вот хамить мне не обязательно. Я ведь вас и выслать могу. Куда это выслать? Обратно в Тунис. Вы ведь из Туниса? Да мы прямо с льдины! Ты, Петька, только про машину времени не говори, а то мы так живо в психушку попадем. Так я и подумала, что из Туниса. Значит, иммигранты. Чего-чего? Я бы на вашем месте, дамочка, выражение бы выбирал. А то, знаете ли, мой ординарис, человек, можно сказать, непредсказуемый. Ну, допустим, мы из Туниса. И что? Как что? С вас 2000. 2000 рублей? Нет, тугриков. Рублей, конечно. Вы бы еще доллары предложили. Во как! Баксы у нас, значит, не в почете. А за что? За что 2000-то? А за гостевую визу. Какую еще визу? Мы же наши. Ишь ты, 2000 ей подавай. Подожди, Василий Иванович. А давайте решим этот вопрос как-нибудь иначе. Дипломат, Петька, молодец. А иначе не получится. Иначе обратно в Тунис отправлю бандеролью. Иначе. Это как это в Тунис? В какой еще Тунис? Нам в Гадюкино надо. Вы бы, гражданин, нелегальный переселенец, не шумели. Платите деньги, получайте визу. Что же это получается, Василий Иванович? Нас здесь и за своих-то не держат. И вообще эвакуировать хотят. Не эвакуировать, а депортировать. Понимать надо. Один хрен, Василий Иванович. Выгоняют нас отсюда, как распоследних нелегалов. Не дрейфь, Петька, что-нибудь придумаем. Не должно такого быть, чтобы русского человека на родину не пускали. Видали мы таких русских. Сейчас куда ни плюнь, везде россияне. Итак, значит, задача наша попасть в Гадюкино, чтобы решить там вопрос с инопланетянами, оккупировавшими Землю. Собственно, с третьей части по графике ничего не поменялось. Ну, единственное, что все взаимодействия, ну, предметы, с которыми взаимодействовать, да и вообще предметы окружения, оно теперь все нарисовано, а не как в третьей части. Многое было вырезано с каких-то картинок. Нерисованных, имеется в виду. Ага, значит, задача у нас попасть в Гадюкино. А так как мы попали на самолет, ой, на пепелац, считается, что мы тут не свои. Вот этой бабище надо доказать, что мы русские. Угу. Собственно, что делать-то будем? Поговорим с ней пока. Уважаемая! А,
Ну и чего тебе, мальчик? Это бутеры один за другим уплетает. Так, что она тут нам скажет? Ага, как до города-то? А как нам до города добраться? До какого еще города? До какого-какого? До ближайшего. До Москвограда рукой подать. Нажмешь на кнопочку, и ты там. На какую еще кнопочку? На нульджампере, конечно. На какую же еще? Ё-моё, нульджампер этот. Это что еще за нульджампер? Нульджампер они не знают. Да вы что, с пальмы упали, что ли? Не, мы с льдины. Это я смотрю, какие-то вы отмороженные. Про льдину, Петька, лучше не надо. Так. Ну, свой она нам, конечно, не одолжит, но давай вот так вот. Нуль? Джампер? Нет. Нам бы как-нибудь попроще. На такси, что ли? Такси? Это вам, ребятки, в музей надо. Может, там такси есть? Последние 100 лет никто на такси не ездит. У всех нульджамперы. Блин. Это устройство такое? Нульджампер? Сложное, наверное. Ну как тебе сказать, мальчик? Вы же принцип изотропного перемещения вдоль антиградиента в школе проходили? Проходили. Ну вот сам понимать должен, как машинка перемещения работает. Во как! Машинка перемещения! Теперь понятно. А то нульджампер, нульджампер. Нам бы вот в Гадюкино. Нам бы в Гадюкино. В Гадюкино нульджампер отсюда не добросит. Это вам лететь надо. Лететь? А когда ближайший рейс будет? Вот уж не знаю. Все рейсы отменили из-за инопланетной угрозы. Обидно. Да, обидно. Так. Опять про нульджампер, не то так. Да. Долог путь на родину нашу малую. Вот-вот. Долог, Петька, и тернист. Я насчет визы поинтересоваться хотел. А что тут интересоваться? Платите 2000 рублей, получаете визу. А иначе сами знаете, в бандерольку и назад в Тунис бананы рвать. Тунис, Тунис. А может сразу в Гондурас? В Гондурас не получится. А вот в Тунис легко. Может вас прямо сейчас отправить? Нет уж, спасибо. Как-то не хочется. А как вы относитесь к демографической ситуации? Ах, это? Ну как же, как же. Только я сейчас на работе. Позже, мальчик, приходи. Какой я тебе мальчик, женщина? Да ты что, Петька? Ты на нее-то посмотри, вылитый крокодил. Так я ж просто так спросил, Василий Иванович. Безо всякой задней мысли. И не больно-то и хотелось. Ладно, в общем-то у нее больше выяснить мне? Нечего. Мне ничего. Приятного аппетита. Спасибо. Пойдем порыщем тут по округе, выясним, что к чему. Вот колбаску она нам отдаст, нет? А ну-ка отойди от сумки. Да я... Там у меня продукты лежат, а у тебя, небось, руки не мытые. Только вчера мыл, честное слово. Вот и держи при себе. Это я про руки твои говорю. Так, понятно, нам же нужно будет ее отвлечь. Пойдем обратно сходим. Самолет вот этот. Сейчас приколюха будет. Это мой любимый момент вообще здесь. Персонаж, вернее. А чё надо, ядрёна батон? Так это... Ебать, по существу давай, чё мнёшься-то как пи***? Шеф, в центр подбросишь? Блядь, я тебя подброшу, ядрёна батон. Понял, блядь? Ты... Выбирай выражение. Погодь, Василий Иванович. А почему не подбросишь-то? Понял.
Воздушное пространство, закрыли из-за инопланетян, Понятно. Ну, раз понятно, тогда Блин, ну, озвучка, конечно, огонь. Невоспитанный он какой-то. Да уж, если в детстве мамка не воспитала, теперь уж поздно воспитывать. Это как сказать, Петька, как сказать. Давай еще раз. Прям я не могу. Ну вы опять, меня дергать пришли. Ну почему сразу дергать? Вопрос у нас есть важный. Какой еще вопрос, Пассажиров берешь? Каких еще, пассажиров? Полеты, отменили? Больше вопросов не имеем. Имеем, не имеем, дергает и дергает. Надо было, Василий Иванович, ему что-нибудь обидное сказать. Это зачем, Петька? А просто так. Уж больно деловой он какой-то. Так, давай еще раз попробуем. Если фразы те же самые будут, то пролистаем. Ну что надо? А ты сам-то кем будешь? А тебе, не все равно? Ну, все-таки. Много вас тут таких, понаехало. Всякое, вопросы мне задавать будет. Ушел по-английски. Брутальный тип. Какой-какой? Грубый, Петька, и невоспитанный. Так, последний раз. Я еще, ну, последний. А что надо, ядрёна батон? Так это... Ебать, по существу давай, чё мнёшься-то как, Шеф, в центр подбросишь? Я тебя подброшу, ядрёна батон. Понял, Ты, выбирай выражение. Погодь, Василий Иванович. А почему не подбросишь-то? А, понял? Воздушное пространство, закрыли из-за инопланетян, Понятно. Но раз понятно, тогда Невоспитанный он какой-то. Да уж, если в детстве мамка не воспитала, теперь уж поздно воспитывать. Это как сказать, Петька? Как сказать? В общем, нового он что нам не расскажет. Так, что у нас тут есть? Деньги, да? Сколько денег? 2000 баксов. Деньги, конечно, небольшие, но все-таки деньги. В казино мы их выиграли, когда в Америке были. Опа, так у нас деньги-то есть. Кстати, тут карта-то работает. На F1 ничего не открывает. Она, возможно, позже будет работать. Пойдем заплатим, что? Держи. Мадам, а давайте меняться. Вы нам визу, а мы вам 2000 баксов. Я валюту не меняю. А что же нам делать? Отправляйтесь в центр, молодые люди. Может быть, вам в банке это поменяют. Рублей 20 вам за эту зелень дадут, я думаю. Я так понимаю, нам этих баксов на визу ну никак не хватит. Правильно понимаешь. Погодь, откуда у тебя баксы, Петька? А помнишь, Василий Иванович, мы в Америке были? Америку помню. А в казино мы, помнишь, играли? И казино помню. Мы в этом казино, Василий Иванович, 1 000 000 баксов выиграли. Помню, выиграли. Ну и что? А то я все баксы вам, Василий Иванович, отдал, а эти за подкладку завалились. Ох, и сволочь ты, Петька! От своего командира заначки делать, эй! Так ведь за подкладку завалились! Расстрелять бы тебя не мешало, Петька! Ну да ладно, живи! Добрый я сегодня! Значит, баксы не катят. Ладно, идем посмотрим, что там можно раздобыть. Это что, пасечник? Ну давай, потрещим. Кто это у нас такой нарядный?
Факир, не иначе. Не факир, а змеиный заклинатель. Ясно вам? Что-то мне твоя рожа, йог змеиный, знакома. Погоди, погоди, Василий Иванович. Да это ж пасечник! Точно, пасечник! Только теперь он, видишь ты, на змей переключился. Здорово, отец! И ничего я не переключался. Из Индии, однако. Но в то же время русские. Ух, до костного мозга. Я понял, Василий Иванович. Это про... праправнук того самого пасечника. Ну, ты меня понял. Не исключено. Я не знаю, ребятки, о чем вы, но очень может быть. Ты что вы хотели спросить-то? Ну? Что-то у него ничего полезного-то выяснить нельзя. Забавная у тебя зверушка, пасечник. Змея это, не видишь, что ли? Дашей зовут. Ядовитая? А ты сунь этот, руку и узнаешь. Петька! Ха! Хрен ты угадал, товарищ командир! Я змею трогать не буду. Понятно. А чем вы йоги занимаетесь-то? Вы по жизни? Ну, хотя бы. А ничем, ребятки, не занимаемся. Главное, как говорится, чтоб с кармой все в порядке было. А остальное нам-то йогам, честно говоря, плевать. И на мировую революцию плевать? Не, ну не на мировую, конечно, революцию, нет. Но вот на все остальное точно плевать. Ну тогда ладно. Так тебя что, и инопланетяне не волнуют? Вот-вот. Как насчет угрозы инопланетного вторжения? И главное, ребятки, чтобы эти инопланетяне карму мне не испортили, о как. А то летают и пусть летают. Нет, что, я в нирвану иду и затаюсь там. В нирвану это хорошо. Главное, чтоб войны не было. А то ведь и в Волгалу угодить можно. Плевать, плевать. Ты, главное, в колодец не плюй. Пригодится воды напиться? Нет. Увидит кто-нибудь и в лоб даст. Так ты, наверное, и на гвоздях спать можешь. Так это нам, российским йогам, расплюнуть. Мы и змеев гипнотизировать можем, и пасти им все по полгода. Да и чё скрывать-то? Оргазм у нас, у российских йогов, по 5 суток без перерыва бывает, между прочим. И баба вам, небось, для этого не нужна? Конечно, не нужна. Это ж какая баба должна быть, чтоб по 5 суток беспрерывно? А скажи-ка мне, друг пасечник, почему это нигде автомобилей не видно? Да нах как! Да, в смысле, где? Зачем? Понимаешь, они нужны-то, эти автомобили. Тьфу! Сейчас у всех машинки перемещения есть. 0 джемпера. О, как! Что, и у тебя есть? Так это ж, я ж сказал, у всех есть! Так, а вот это уже полезно. Нам бы этот 0-джампер-то раздобыть. А продай-ка нам этот 0-джампер. Мы тебе баксов дадим. Так ведь нам-то, российским йогам, баксы не нужны вовсе. А что вам, российским йогам, нужно? Так это же ничего нам, российским йогам, собственно, не нужно. У нас все есть. А может, ты нам этот 0-джампер дашь на время? На время, да. Отдавать когда будешь? Ну, поиграю немного и отдам. В смысле, отдам, когда он нам будет не нужен.
Так ведь нулька джампер, это такая, понимаешь, штука. Он всегда, понимаешь, нужен. Нет, ребятки, нуль джампер я вам не отдам. Эх ты, а еще йог. Да брось ты, Петька, тут на халяву не проскочишь. Так, пасечник ночь нуль джампер зажопил. Может, подскажет, хоть где взять? Вот бы нам такой нуль джампер. Ну так купите. Да где ж мы его купим-то? Здесь и магазинов я что-то не вижу. А вы у этих, у черножи... у негров не спрашивали, нет? Это ты про кого? Да есть тут черные, понимаешь, такие, как этот, как гудронные. Они тут всякой всякой всячины торгуют. А они и носками торгуют. Да только вы у них, знаете, ребят, носки-то не покупайте. Дерьмо у них, а не носки, понимаешь? Понятно. Ну все, больше, в принципе, от тебя ничего не надо. Не ну-кай, не запряг. Шутишь, да? Ну шути, шути. Только знаешь, со мной шутить опасно. О как! Пойдем-ка гуталин свистнем, вот эта вот баночка. Догадываешься, Петька, что я хочу сказать? Да что тут догадываться? Сейчас скажешь, что в помойках всегда что-нибудь ценное найти можно. Потом скажешь, что у тебя спина болит. Потом я скажу, что не полезу. А потом ты за шашку схватишься. Догадлив, Петр, не по годам. Ну-ка, полезай, посмотри, что там у нас. Вот так всегда. Ну, Петька, что нашел? А ничего особенного, Василий Иванович. Банка из-под гуталина. В ней гуталина-то на один ботинок не хватит. Ничего, Петька, ничего. Лиха беда начала. Небось, и гуталин пригодится. Да. Я по помойкам больше лазить не собираюсь. Мне за это не доплачивают. Так, ну пойдем черных туда поищем. Ботинок подберем. Василий Иванович, а тут кто-то обувь забыл. С левой ноги похоже. Не обувь, а черт знает что, Петька. Рваная какая-то обутка-то. А вонища, о! Да, сандалик не важнецкий, а шнурки прочные. Возьму, вдруг пригодится. Тьфу ты, и охот тебе, Петька, всякую гадость собирать. Давай-ка ж мы на нем машину, может, что полезное есть. Смотри, Василий Иванович, а это, кажись, мерз. Ну и что? В мерсах, Василий Иванович, в старину всегда что-нибудь ценное возили. Это что же, например? Ну там, кокса чемодан или денег мешок. Мешок, говоришь? Это интересно. А ну-ка, боец, глянь, что там в этом мерсе запрятано. Хотя нет, я, Петька, сам лучше посмотрю. Не доверяешь, Василий Иванович? Да не то чтобы не доверяю. Кокса нет, Петька. Денег тоже. О, отвертку нашел. Да только зачем она нам? Не скажи, Василий Иванович. Отвертка – штука ценная. Очень может быть, что пригодится. Ну, отвертка-то всегда полезна будет. Так, теперь давай пообщаемся с этим афророссиянином. Я, храбрешь, я. А в чем, собственно, дело, любезный? Частная собственность, я. Вход только для черных, ну и для китайцев тоже. Не понял? Не надо, Петька, видишь, какой он здоровый. Давай лучше договориться, попробуем. Ну ты и пробуй, Василий Иванович, а я с этим расистом разговаривать не желаю. Понятно, давай разговаривай. Ну, чего вам? А что ты нам можешь сказать? Русских, значит, не пускаешь? Я вообще
бледных не пускаю. Только черных и китайцев. Ну, черных, это понятно. А китайцев-то почему? Так их же 3 миллиарда. Ну и? Численное превосходство понимать надо. О как, Петька, демографическая ситуация не в нашу пользу. Ничего, Василий Иванович, демографию я поправлю. Очень уж ты, Петька, да баб охоч, как я погляжу. Да я ж не за себя волнуюсь, Василий Иванович. Я ж за демократию. В смысле, за демографию радею. Ну, раз здоровье позволяет. Да уж не жалуюсь. Так, это было пустое, в общем. Вот а ты здесь нигер вроде как охрана. Нигеры — это в Африке, а мы не нигеры. Ага, мы не нигеры, нигеры не мы. Как же тебя назвать-то, гарный чернокожий хлопать? Афро-россияне мы, понял? Теперь понял. В общем, афро-узбеки и афро-удмурты. Так что ж ты тут делаешь-то, афро-россиянин? А ничего не делаю я. Ну так мы войдем? А вот обломайтесь. Досадно. А может, все-таки пустишь по-хорошему? А то ведь ординарец мой Петька страшный человек. А чем же это он такой страшный, я? А, не знаешь, то-то. Он ведь в Америке такое творил. Жуть просто берет. Ну-ка, Петька, расскажи. А ко мне такой один с пером подходит сзади. Так я его раз. А потом еще один с автоматом. Так я его с левой хрясь. А он бац, человек 30 положил. 30? Не меньше. Я как глянул, чуть со страху не помер. Везде кровища. И скальпы, скальпы, скальпы. А посередине Петька стоит с томагавком в руке и ухмыляется, так знаешь, нехорошо. Так что ты на того, брат, не задерживай. Томагавком это и я могу, я. А есть он у тебя, томагавк-то? Томагавка нет. Зато есть трубка со стрелами отравленными. А ведь я, между прочим, белке в глаз попадаю. Смотри! Прикинь, Петька, сидит белочка такая маленькая, пушистая, а он, гад, подходит и стрелу ей в глаз. Зверь! Ты белок наших лучше не трогай. Ты лучше по вомбатам стреляй. По каким еще вомбатам, Петька? Что-то я про таких зверьков не слыхал. Ну как же, о них еще песня сложена. Сейчас спою. А, вот. Горят самолеты и танки горят. Вомбат, йо, вомбат, йо, вомбат. Ну, не знаю, Петька, не знаю. Да и Кастанеда про это ничего не писал. Так, вот это был полезный диалог. Дротик давай забираем. Как думаешь, Василий Иванович, эта стрела и правда отравлена? Не знаю, Петька, я бы на твоем месте не проверял. А что, если мы этой стрелой, да в обратную? Как думаешь, порешим бодигардой и пройдем? А если яд не подействует или промахнешься ты, куда бечь будем? Не знаю, Василий Иванович. Ты у нас голова, ты думай. Если я голова, то ты тогда кто, а? То-то. Бери стрелу и болтай поменьше. Действительно. Так, пойдем обратно. У нас тут кое-какой инвентарь появился. Гуталин, шнурки, дротик и отвертка. Пойдем сходим сначала к тому матершинному пилоту, пепелаца. Поржем. За грубость его накажем.
А вот сейчас мы тут шнурочек натянем. Это еще зачем? А так, по приколу. Ну и что теперь? А теперь надо в дверку постучать. Опа! Ай-яй-яй, как же это ты так споткнулся-то? Осторожнее надо быть. Вот-вот, осторожнее и добрее надо быть, дядя. Хамить людям не надо, дядя. Тогда и падать будешь меньше. Правились, да, вдвоем, да? Да еще веревку натянули. Иди, иди, убогой, поправляй здоровье. Вот-вот. Может, зря мы с ним так, Василий Иванович? Может, и зря. Теперь нам точно на этом драндулете полетать не придется. Да и не больно-то хотелось. Зато трубка теперь есть. Смотри, Василий Иванович, какая-то трубочка валяется. Бери, Петька, если валяется, значит и не нужна никому. Так, нитка уже нам не вернется, да? Ну, собственно, трубку с дротиком будем использовать. А отвертку у нас тут был болтик. Пойдем открутим его. Винтик, вернее, правильно говорить. Вот он. Глянем, что там в этом приборе. Ой, случайно пролистнул. А тут какие-то кнопочки, Василий Иванович. Это что вы там делаете? Ничего. Вы мне там пассажира не потревожьте, а то у него за сутки вперед уплачено. Да не нужен нам ваш пассажир недоделанный. Так, не будем спрашивать у нее, что это за хрень. В общем, чувак, как в камере ожидания здесь находится. Ложится и ждет своего самолета. Вот так. Давай потыркаем. А картинку-то мы сейчас сменим. Угу, не то. И раз. Так, тоже не то. Что тут у нас дальше? Вот, вот это то. Теперь пойдем к камере. Сейчас тут замутим дело одно. Ну-ка, давай стреляй. А спорим, Василий Иванович, на бутылку. Я эту камеру сейчас уделаю. Это кто тут такой с Чапаем спорит? Я, товарищ комдив, не спорю. Я просто так эту видеокамеру уделаю. Для смеха. Ну, уделал? Шо ж ты не смеешься? Эх, Петька, Петька, тебе бы только что-нибудь разломать да испортить. Не-не, все нормально. Пойдем обратно, глянем, что там с этим ожидающим. Че это с ним, Василий Иванович? А на что это похоже, Петька? Извивается гад. Как будто у него змея внутри, Василий Иванович. Да, и надо думать, очковая змея-то. Пока она не смотрит, давай тырим колбасу. Я не мародер, я просто колбасу очень люблю. Эх, Петька, Петька. Пойдем теперь в еще одну дверь глянем. Вот тут мы не были. Здорово, служивый! Добрый день. Номер? В смысле? Ты о чем? Номер багажного места. Вы же с багажом пришли. За багажом? За каким еще багажом? А у вас тут что, багажи раздают? Дают, бери. Давай сюда багаж. Номер какой? А ты дай какой-нибудь без номера. Мне все равно. И так не пойдет. Без номера не полагается. Слушай, друг, отдай-ка ты нам один чемодан. Номер какой? Во, заладил. Какой-какой? Самый первый давай. Квитанцию предъявите. Да ты сам не знаешь, что хочешь.
Тебе то номер, то какую-то квитанцию. Без квитанции не положено. Глухо, Петька. Халява не пройдет. Да так, вижу, человек скучает. Дай, думаю, сожись, поговорю. Насчет скуки ты это верно. Только мухи и спасают. Так шел бы домой. Дома-то поди веселее. Так я ж на службе. Таможня, это тебе не шутка. Да, дело серьезное. Контрабанду ищешь? Ищейка ищет. А я контролирую. Вот, значит, если псина залает, я на кнопочку нажму. А если не залает? Залает. Хэри бомбу нюхает или героит. Залает обязательно. Куда он денется? Дрессированный, значит. А то. Вот бы мне такую псину. Ха, да зачем она тебе, Петька? А мало ли. Она бы мне что хочешь нашла. Ну там, деньги или бабу. Ага, или бабу с деньгами. Так не получится. Этот пес ищет только то, к чему приучен. Приучен? А как же его приучишь? Ну как, берешь, например, гранату, кладешь собаке в миску. Она думает, что в миске еда, а там граната. Это ей не нравится. Вот она и лает. Утром граната, в обед граната, и в ужин тоже граната. Через неделю она на эти гранаты и смотреть уже не может. А если увидит где или унюхает, сразу же вой поднимает. Так она только гранаты ищет. Да все ищет, к чему приучишь. Главное, чтоб раздражитель был в наличии. А вот он и раздражитель. Слышь, как брешет. Видать, что-то нашла. Бомбу, наверное. Бомбу? Да какую бомбу, Василий Иванович? Это ж просто крыса. Опять крыса. Я уж ее чем только не травил. Только толще становится. Это не просто крыса, Петька. А что же? Это, Петька, самый настоящий раздражитель. Ты уж мне поверь, я врать не стану. Вот-вот. Значит, задача какая? Нам нужен нульджампер. Нульджампер у черных. А к черным пускают только черных. Значит, нам надо как-то стать черными. Собака лает на раздражитель, который у нее в миске купается. Значит, нам надо крысу гуталином вымазать. Соответственно, собака должна найти гуталиновую. Петруха, ты что, никак колбасу нашу собрался отдать? Да нет, Василий Иванович. Просто еще разок взглянуть на нее захотелось. Нечего на нее смотреть, Петр. А то сначала взглянуть, потом нюхнуть, потом куснуть, а потом от нее одна шкурка останется. Короче, как она? Чемодан с гуталином найдет. Этот мужик его скинет, мы его заберем. Крысу прикормить надо вот сначала. Что, Петька, надо эту крысу приручить. Это как, Василий Иванович? Колбасой? А хотя бы и колбасой. А голодала, небось? Жри давай. Блин, в инвентаре-то колбаса меньше была. Это габариты. Вот это я понимаю. Да, такая крыса не то что в нору. Она и в дверь-то с трудом. Давай гуталином теперь ее мажем. Василий Иванович! Ну чего тебе, Петр? А сытые крысы кусаются?
Я, Петька, точно не знаю, но сытые зверушки гораздо добрее голодных. Это наукой доказано. Так это я к чему спрашиваю? Если я сытую крысу гуталином намажу, она на меня не бросится? Конечно, не бросится. Маш! Смышленая какая крыса. Ну вот. А то сердешная никак в нору пролезть не могла. И даже не укусила. Странно. Ну ладно, Петр, пошли посмотрим, что там на таможне делается. Все-таки раздражитель. Пойдем, пойдем. Как траву почуял. Да какую траву? Это ж он на крысу. Ишь, зашелся-то как. Тебе бы, Петька, гуталин в тарелку, ты б еще и не так залазил. Ложная тревога. Что там? Мне не видно. Опять что ли крыса? А вот теперь уже не крыса. Чемодан какой-то. Да ты что? Опа! Чемоданчик! Контрабанда, не иначе. Окажись, там что-то тикает. Не слышу. Будильник, что ли? Есть у меня одно подозрение, что песик ваш бомбу нашел или еще чего похуже. Международный терроризм вновь поднимает свою недобитую голову. Текать надо, пока не поздно. Хороший работник, блин. Так слушай мою команду. Я домой, ой, тьфу, я за саперами, а вы здесь покараульте. Да, покараулим сейчас. Струхнул, таможня. Только его и видели. Бежим, Василий Иванович, ща рванет. Чего рванет-то, Петька? Там же окромя гуталина и нету ничего. Это же ежу, ясно. Забирай. И правда, гуталин, Василий Иванович. А я про что? Цельный чемодан. Мажемся. Ой, Василий Иванович, чё-то мне уже не хочется. Отставить разговорчики. Делай, как я. Да ты, Василий Иванович, прирожденный мулат. Ну ты еще поговори у меня. Все, идем к черным. Братья! Подвинься, брат, Йо! Нам с твоим шефом перетереть надо! Вот именно, Йо! Пропускай! Базара нет, братья! Йо! Проходите! Фу ты, ну ты! Прямо зоопарк какой-то! А вот ирония ваша тут совершенно неуместна. Василий Иванович, оно еще и разговаривать умеет. Хамить не надо. Почему? А я вождь афро-русской диаспоры. Вождь? Вождь — это круто. Вы бы, юноша, лучше бы объяснили по существу, какого примата вы сюда приперлись. Да к нам это. В город надо. Нам, дядя, в центр надо. Подсоби, а. Так вам нуль джампер нужен. Так бы сразу и сказали.
Продам за четвертной. За четвертной. Что это, 20 рублей, что ли? У нас только зеленые. С рублями напряг. Баксы возьмешь? Баксы? А что мне с ними делать? А делай, что хочешь. Хоть стены обклеивай. Во-во, вместо обоев. Это как это вместо обоев? А так. Будет все такое зелененькое, как в джунглях. Хм. С одной стороны, а с другой? А давайте-ка сюда ваши баксы. Уболтали. Будет вам нуль джампер. Так-то лучше. Вот сука, отдай! Не нервируйте животное. Поиграет и сама отдаст. А может, она до утра играть будет? А нам каждая секунда дорога. А куда это вы торопитесь? Ну, не знаю пока. Может, планету спасать, а может... А может, нам в планетарий надо? Не твое дело, в общем. Ничем не могу помочь. Макака — тотем нашего племени. Насилие здесь... неприемлемо. Да, задачка. Василий Иванович без насилия не может. А больше всего он макак любит насиловать. Категорически запрещаю. Ну нет, так нет. Блин, теперь с макакой с этой что-то делать надо. Пойдем-ка к пасечнику сходим. Может, он эту трубку даст. Пасечник! А, пасечник! Ой-ё-ты-я! Да нельзя ж так пугать-то, ребятки! Я вон чуть эту змею свою насмерть не прибил! Дашенька! Даш! А Даша? Ну, просыпайся, Дашенька! Ну, хватит уж дедушку-то пугать! Да... нехорошо как-то получилось. А как же ты нас узнал? Мы ж в Хуталине все. У нас у йогов третий этот глаз. Третий глаз есть. В жопе? Молчи, Петька, не хватало нам еще с пасечником поссориться. Даже и думать не пришлось, он сам трубку свою отложил. А теперь пасечнику ни к чему. Как думаешь, Петр? А что тут думать? Возьмем пока. А если пасечник спросит, так и отдадим. Не спросит. Пойдем, пусть свою змею там возрождает. Сейчас будем макаку за... как она там? В общем, трубкой приманивать. Стоп, стоп, стоп. Это что вы с моей обезьянкой делать собираетесь? Да вот хочу ей на трубе сыграть. Ага, ща он ей вальс-бастон сбацает. Я попросил бы не мучить животное. Все будет ровно, нигер. Я ее ща гипнотизировать буду, чтобы она цацку краденую вернула. Внимание! Ну, Петька, что скажешь? Просто фурор, Василий Иванович! Тебе, товарищ комдив, в цирке выступать надо! Товарищ Чапай и его четвероногие друзья! Я же предупреждал, макаку не трогать! А ее и не трогали! Гипноз — великая штука! Какой же это гипноз? Напугали до полусмерти! Ха! До полусмерти! Скажи спасибо! Василий Иванович полумер не любит! Давай этот, машинку забирай. Ишь ты, какая загогулина! Кнопочки, пимпочки,
Вот ты какой! Нульджампер! Вождь! Как эта хреновина работает? Нажми на кнопку, и, как говорится, получишь в результате. А сработает? А ты попробуй, узнаешь. Ну, действительно. Нажмем на кнопочку, узнаем, перелетим в город. На этом моменте прервемся, продолжим в следующей серии. Увидимся на канале Let's Play. Пока.